Уважаемые дамы и господа, мы начинаем совместную пресс... Сергей Викторович, президент США Дональд Трамп заявил недавно о возможности... ...значении отношений между великими державами для не только для народов этих стран, для развития взаимовыгодного сотрудничества, но и для судеб мира. Это невысокий слог, это реальное отражение ситуации. Мы должны осознавать свою ответственность за стабильность на международной арене, за обеспечение безопасности, которая должна быть равной для всех стран и неделимой. Знаю, что туда срочно, отменив московскую часть своей поездки в Россию, направился Майк Помпео. Ну, рассчитываю, что все-таки европейцы будут придерживаться того, что записано в резолюции Совета Безопасности, утвердившей совместный всеобъемлющий план действий. То, что на них будет оказываться колоссальное давление в обратном направлении со стороны Майка Помпео, у меня тоже нет сомнений. Завтра здесь мы постараемся у него прояснить, как американцы планируют все-таки выходить из этого кризиса, который был создан их односторонними решениями. Рассчитываю на откровенный разговор с моим коллегой завтра. В переговорах по трехстороннему соглашению о ядерном разоружении. Lunch. 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 L